делаешь? Ну, собственно говоря, какие ожидания от матча? И нужно ли нам в этом поединке кровь из носа победы? Нам, в кому? Балтике. Балтике? Мы не для этого ходили в полуфинал, чтобы несерьезно к нему отнестись. Конечно, нам победа нужна. Нужна победа команде, городу, не сомневаясь нашим болельщикам. Поэтому стараемся победить это. Какой состав завтра? Будет какая-то ли рокировка по сравнению с матчем «Динамо»? Мы решим завтра по состоянию ребят. Но еще раз хочу сказать, что мы не для этого ходили в полуфинал, чтобы как-то несерьезно к нему отнестись. Конечно, будем стараться играть завтра на победу с сильнейшим составом. Сергей Николаевич, нельзя просто не затронуть тему последней игры, которая наверняка как-то повлияла на настроение. У вас богатый игрокский опыт, начинающий тренерский. Вот как в таких ситуациях нужно поступать после таких потрясений? Что-то говорить, мотивировать или вообще ничего? Вы правильно сказали, что большой опыт. Поэтому мы уже не думаем совершенно об игре с «Динамо». Нет никаких потрясений. Это футбол. Мы здесь и забивали на последних минутах, и пропускаем на последних минутах. Я думаю, за это болельщики любят. А эту игру, что касается завтрашнего матча, то это совсем другой турнир, другие эмоции. И все наши футболисты мечтают сыграть главный матч сезона в Лужниках. Вы были признаны, вы заняли второе место в вопросе «Лучший тренер апреля». Первое занял как раз-таки Слишкович. Вот «Спартак», по-вашему, при нем изменился как-то? Конечно, изменился. Схема изменилась. И в атаке, в обороне футболисты действуют по-другому теперь, последний матч. Поэтому много изменений. Но сегодня как раз у нас была теория по «Спартаку», и сортировали внимание ребят на это. Опять же, про психологическое состояние еще раз спрошу. Игроки уже отошли, по-вашему, как по их глазам? От чего отошли? От того, что было от матча с «Динамо». Все в порядке, конечно. Ребята профессионально относятся к своему делу, конечно. У нас сейчас не матч с «Динамо», второй. У нас игра с «Спартаком». «Балтика» очень хороша весной в атаке. Не проигрывал дома до «Динамо». Вот не обидно, что в таком положении оказались на предпоследнем месте? И влияет ли это тоже как-то, опять же, на настроение? Настроение, конечно, влияет. Это неприятно. Но у нас еще впереди два матча. И мы ребят настраиваем, будем настраивать на эти матчи чемпионата. Но завтра это кубок. Кубок – это полуфинал, это мечта, мечта для футболистов, для наших болельщиков. Поэтому совсем другая история. Надеюсь, что мы ярко проведем завтра матч и напишем историю клуба, скажем так, яркой страницы. Ждете вообще поддержки болельщиков? Мы в ней не сомневаемся. Сергей Николаевич, с потерей Данила Козлова качество атак «Балтики» как-то ухудшилось? Ну, Даня не атакующий игрок, Даня полузащитник. Потеря любого игрока на решающем отрезке с такой небольшой обоим, как у нас, она, конечно, имеет быть. Ну, посмотрим, может быть, завтра, кстати, нам уже и поможет. А планом на игру завтра поделитесь? Планом? Да. Что вас интересует? Ну, как будет играть «Балтика»? Больше в атаку или все же предпочтет оборонительный футбол? Посмотрим. Многое будет зависеть от того, что предложит «Спартак». Может, «Спартак» завтра в обороне будет стоять. Смотрим. Что ждем от игры, собственно говоря, с «Спартаком»? На чем будет основываться наша позиция? Да, мы играем дома, мы ждем завтра болельщиков на стадион. Полный стадион, ажиотаж, это игра. И, понятно, это финал пути регионов. И, конечно, мы рассчитываем только на победу. Вот нам Александр сказал, что это, возможно, скорее всего, будет самый ажиотажный, самый посещаемый матч сезона. Это больше нервирует или мотивирует? Да нет, когда полный трибун, наоборот, только приятно играть в такой атмосфере. Уже был матч с «Зенитом» здесь дома, был тоже хороший такой аншлаг. И, конечно, мы завтра ждем всех болельщиков, чтобы трибуны были полны. Это нам будет только как 12 наш игрок. Силы после «Динамо» остались? Да, конечно, мы уже восстановились, провели восстановительную тренировку. И сейчас уже предыгрывая, готовимся к игре. Александр, ну, восстановление, тут психологически важнее, наверное, восстановиться после того, что было? Ну, тут переживать некогда. Мы провели работу над ошибками, разобрали наши ошибки, поняли, что, где, в каких аспектах игры нам улучшить, потому что перерыв между играми маленький, и все, тут с эмоцией убираешь в сторону и готовишься к игре, потому что переживать некогда.
Спартак, насколько я знаю, Сергей Николаевич говорил, уже разбирали. Он сейчас другой после смены тренера? Ну, все увидите завтра. Нет, просто по вашему впечатлению, другой или не другой? Ну, они играют в другую тему сейчас, новый тренер, поэтому завтра все увидите на стадионе. Балтику два матча подряд выпускают уже в компенсированное время, тем самым теряет очки. Вот это вот что, сложности играть под финальным штурмом? Ну нет, я думаю, это больше концентрация. Ну и да, это чуть полезнее такие два поражения, из которых мы уже сделали выводы. Здесь они еще повторятся в этом отрезке сезона, потому что у нас сейчас три игры, три финала. И надо все выиграть, конечно, основной расчет. Игроки вообще делят, может, как-то в мыслях чемпионат и кубок, что важнее? Нет, особо разницы нет. Самое главное футболисту – это, конечно же, игра. Все любят играть в футбол, мы получаем от этого удовольствие, мы готовимся. Как сборы, тренировки – это все подготовка к игре. И поэтому